Всем доброго времени суток, друзья. У меня сегодня опять не самый веселый выпуск. Еду, сегодня что у нас, 13 сентября. Решил поехать, день сегодня такой пустой. Решил поехать посмотреть, что там с моим грузовичком творится. Надеюсь, может, что-то двигается опять. Или опять, как эти, на черепашьей скорости работают. Так что погнали посмотрим, что там нового случилось. Знаю, что многим эти видео, может быть, надоели, но у меня выхода нет. Эту историю нужно показывать, чтобы было неповадно производителям и полезно потенциальным клиентам. Погнали. Так, ну что, я на месте. Пошли лицезреть. Что у нас по новостям получится? Вижу, что уже отсюда, что никто опять ни хера ничего не делает. Пойдем глянем. Прошло, визуально по мне так особо ничего не поменялось. Доделываются задние ящики, как я приезжал, их варят, так я через 5-6 дней приезжаю, их опять все варят. Не знаю, то ли какая-то конструктивная особенность у них, то ли еще что-то. Мои, ну, прогнозировать я уже здесь вообще ничего не могу, но месяц-два, я думаю, он еще проводится с этими ящиками. Гидравлика не уложена. Я не знаю, чем Вася думает. Может быть, конечно. Но точно, я думаю, здесь как-то он мозг слабо включает на эти вещи, что надо ускориться и закрыть это дело, потому что не сколько мое терпение, а сколько серий еще будет выходить. Если 4 в месяц, ну еще, наверное, штук 8 точно выйдет. Я пытаюсь вам, ну, для всех приготовить такой выпуск про грузоперевозки, но это будет касаться только самолетов. Как на пассажирских рейсах можно перевозить грузы и вообще, кто быстрее перевозит, по каким ценам. Я уже выбрал именитые компании, с кем, ну, буду этот, как сказать, конкурировать. Это будет ПЭК, деловые линии и Байкал сервис. Сделаем, возможно, рекламу. Так что я думаю, через неделю я это начну, потому что так получилось, что я немножко не рассчитал. Меняю прописку свою личную и паспорт отдал. Поэтому я даже улететь сейчас не могу. В общем, недельку сейчас еще подожду и начну делать интересный как контент. Надеюсь. Покатаемся по Крыму, сяду за руль, побуду курьером. Перелистав кучу контента в Ютубе, я нашел только такие вещи, как люди рассказывают, какие мы молодцы, что мы можем и так далее. Сидя за столом, красивая картинка, приезжают, уезжают машины, красивые коробочки грузят. Я покажу это в реале. Я уже приготовил 4 груза, это будет одна покрышка и запчасти. Как раз к нашим автомобилям это все полетит. И, не знаю, в покрышку упакую, и как, я расскажу некоторые как раз там нюансы. Кому это полезно будет? Ну, допустим, вы прилетели отдыхать на море, да, там отдохнули на море, или вообще в любой город приехали и потеряли ключи от машины, или там
вам нужна срочная запчасть, которой там нет. Для этого очень сильно помогает такой вид перевозки, но это даже не сказать, что это сильно дорого. Если что-то маленькое отправлять и быстро, то можно, в принципе, часов за 20 получить то, что тебе нужно. Сам в такую ситуацию попадал. Ну, благо опыта, у меня еще это быстрее получилось. Я как-то на море забыл ключи, захлопнул в машине, чтобы ничего не взламывать. Машина не нужна была, это было возле отеля. И курьер приехал, дома ему передали ключи, быстренько в самолет, раз-два мне привезли, я машину открыл. Там получилось все 18 часов от двери до двери. Ну, посмотрим, посмотрим. Надо что-то интересное показывать, а то этот мой эвакуатор да столько достал. Увидимся по вопросу тяни-толкай, думаю, дней через 5. Я думаю, так и будут возиться с этими ящиками. Плюс там некоторые нюансы не прокрасов нашел, еще подкрашивать будут. Думаю, этот видели, как засрали салон, они весь. Еще и детейлинг Васе придется делать в машине, такой хороший, чтобы клиент хотя бы с улыбкой в салоне уезжал. Ну и плюс это все дело еще нужно переоформить, так как у нас в контракте прописано все вместе с переоформлением, в ГАИ вместе поедем и так далее. Хотел мне недели две назад, сказал, давай поехали, сейчас переоформим, но так и не перезвонил. В общем, такие печали, реали, ничего не поделаешь. Еще есть интересные новости, но я их расскажу позже, наверное, как раз дней через 5. Все. На этом сегодня все. Спасибо. Подписывайтесь. Лайк, дизлайк. Ну, как обычно. Все, что захотите. Комментарии ставьте. Увидимся.